Подготовить к зиме и очистить систему охлаждения двигателя от разных примесей и грязи можно при помощи топливного фильтра. Устанавливаем его в разрыв пароотводящего шланга. Закручиваем хомуты и все. Катаемся и следим за этим фильтром каждые 50-100 км. Ведь даже при исправной системе охлаждения в ней может находиться куча мусора, который мешает теплоотводу и нормальной работе двигателя.